ТОП-25 скрытых функций, секреты и интересные фишки для Mercedes W203. Режим туннеля. Закрытие и открытие всех стекол одновременно. Открываем все окна для примера. Нажимаем и держим кнопку рециркуляции для того, чтобы закрыть все окна. Повторно нажимаем на кнопку рециркуляции, чтобы возвращать все стекла в прежнее положение. Функция REST. После выключения зажигания вы можете использовать остаточное тепло двигателя для обогрева салона, но не более 30 минут. Как проверить уровень масла в двигателе? Нажимаем кнопку сброса 3 раза. Скрытая функция круиз-контроля. Зафиксируем скорость, например, на 78 км в час. Рычаг темпомата вверх или вниз. Снижаем скорость. Вернем прежнюю скорость, ручку темпомата на себя. Автомобиль сам разгоняется до 78 км в час. Сброс сервисных интервалов. Нажимаем кнопку сброса и держим 3 секунды. Повторно нажимаем кнопку сброса и опять держим 3 секунды. Сервисные интервалы сбросились. Когда вы закрываете двери, а потом открываете двери, открываются все 4 двери. Можете изменить режим. И при первой нажатии открывается только водительская дверь, и при повторном нажатии только открываются все 4 двери. Нажимаем и держим кнопку «Закрыть и открыть» 10 секунд. Будет мигать красная лампочка. После этого, когда вы закрываете двери и обратно открываете двери, открывается только водительская дверь. При повторной нажатии только открываются все двери. Это очень удобная функция, когда вы всегда едете один. Скрытое сервисное меню на Mercedes 203. Отключение системы стабилизации и ABS. Нажимаем на кнопку сброса 3 раза. Полностью отключается система стабилизации и ABS.
активируем систему стабилизации заново. Закрытие и открытие всех стекол с брелка. Обучение стеклоподъемников на Mercedes 203. Нажимаем на кнопку до упора на несколько секунд. Как отключить автоматическое включение ближнего света при запуске двигателя в дневное время? Ставим на мануал. Как сбросить адаптацию АКПП 722.6 на Mercedes? Сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам – первый способ. Если не сработал первый способ, попробуйте второй способ. Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включиться все датчики и приборы. Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд. Отпустите педаль, заводите двигатель. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам. Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды. Сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам – второй способ. Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включаться все датчики и приборы. Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд. Не отпуская педаль, ключ в положении 0. Опустите педаль. Через 5 минут снимите ключ.
Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам. Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды. Как изменить язык в бортовом компьютере на английский? Как снять или изменить ограничитель скорости? Считывание и сброс ошибок на Mercedes 203. Как в строке состояния изменить указатель температуры на скорость? Температура показывает неправильно. Функция «Дорога домой» на Mercedes. Ставим режим авто. Свет выключается через 15 секунд. Отключение функции автоматического запирания дверей.
Регулировка подсветки приборов. Регулировка яркости освещения приборов. Поверните кнопку сброса вправо или влево. Регулировка подсветки салона. Как сбросить суточный километраж? Нажимаем и держим кнопку сброса. Как настроить часы с помощью бортового компьютера? Замена спидометра с миль на километр. Как поменять Фаренгейт на Цельсий? Неправильно показывает температуру. Адаптация заслона климат-контроля. Нажимаем и держим обе кнопки одновременно. Идет адаптация климат-контроля. Инженерное меню климат-контроля на Mercedes 203. Нажмите и держите кнопку REST. Thank you.
Нажмите и держите кнопку REST для выхода из меню. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах!